Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51, Злый Слон, Ракман и Джанки. Поедем сегодня мы на паке УАЗиков на батонах, на карте Холм. Всем привет. Привет. Всем привет. 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 Колян у нас сегодня без микрофона, у него уже поздно, скажем так, по времени, да, сколько у него получается, пятый час он утра. Он в чате с нами. Да, он в чате, он чисто на кнопках. Ну чё, кто там создавал? Я готов? Я создавал, все готовы. О, 4:15 все. Утра у Коляна. Поехали. Так что вот так вот, сейчас помчимся. Сейчас посмотрим, что за батончики. Батончики, кстати... Ох, красавцы стоят. От 3D ведерка батон и батоны, забыл как автор, ну... Кто будет скачивать батон, там текстовый документ есть в архиве. Друзья, прочитайте. Знаете, кто автор? Точно не помню. Так, кто на чем поедет? Я на синеньком поеду. Так, я могу на зелененьком, на скорой могу поехать. Давайте я на скорой поеду. Буду скорой на помощь. Скорой на помощь. Так. Ну, а я тогда на труповозке. Это сельская медицинская служба, труповозка. Не, ну там жадон есть этот, я в этом плане. Ну он и в скорой есть, как бы. Кстати, ребята, анимация у синей машинки, вот у синего батона 3D ведерка, у него присутствует анимация дверей. По-моему, полностью все двери открываются, да? Я вот кто там. Сейчас Колян. Проверим. Колян все уже растопырил, вон, смотрите. Все уже, все растопырено. И поехал сам. Сквозняк у него там, да. Колян, ты так. На крышу ничего не ставишь? А у этой, что ли, нету дифа? Нету, в смысле, дифа нету. Ну вот он у меня все время вот, ну, этот закрытый стоит, этот выключен. Вот как, знаешь, оно когда бывает включено, все время вот горит серым. Буква. А у меня получается выключено, только серым горит. Кто-то, то есть он кто-то включил, наверное, этот симулятор. Симулятор, да. О, вот, поэтому и горит. Поэтому, да. Все, окей, ладно. Так, ладно, давайте, ребята, ставим аддоны. Едем открывать гараж, я так понял, да? Колян, да. Колян, простынешь, Колян, поехал с открытыми дверями. Так, давайте, кто что взял? Так, один с таким прицепом, другой с таким. Я взял ремонт и гаражный. Подождите, сейчас давайте мы тогда возьмем. Тоже что-нибудь возьмем. Нам же тоже что-то надо. Прицепчик. А, у меня даже топливо я повез. Так, гараж. Одно очко. У каждого по очку, да, там получается? Да. Рома, тоже бери какое-нибудь очко там. Гаража. А, колесики возьму. Колесики модные еще надо поставить. Подожди, стой. Я так колпачки одену. Поеду с колпаками. Кстати, я тоже про колеса забыл. Или нет, я возьму, наверное, такие. Ты какие берешь с колпаками? Я возьму тогда шоссеечки такие. Сейчас шоссе. Нет, я возьму шиповочки. Во, под прицепик. Все. Помчались. Парни уже ушуршали. Я дорогу-то не знаю, да, парни. Поползли тут потихоньку. Едьте по прямой, я тут на повороте. Тут ну, ты хочешь направо туда вниз спускаться, да? Поэтому по зигзагу. Да. Все, поехали. Кстати, прицеп это вот Колян твой. Я с коляновским прицепом еду. Так, Рома потерялся где-то. Рома, ты где? Я на понижаечке, я за тобой. Ты взял этот очко гаража-то, да? Да, взял. Вон, можешь подождать, у меня посмотреть, я еду с твоим прицепом. А там Колян, по-моему, во всех прицепах очки. Ну, кроме, да, кроме бортового. Главное, гаражный. Ну да, кроме борта, они все везут одно очко гаража, короче.
А, ребята, на модах, на данных присутствует на этом паке синхронизация света, то есть видите, все свет, он у Пашки вот поедет впереди, все светится, габариты, ближний свет будет включаться автоматически при наступлении темноты. Кстати, посмотрите, кто у впереди едущего дайвера, там горят эти самые стоп-сигналы, там все это, вот это дело, габариты. У тебя горят точно. И желтенькие. Желтенькие, да. И эти габаритки. Блин, трупешник это я не взял, там еще трупешник же есть. 150 ремонта. Я не взял. А да ты с трупешника Рома, труп подремонтировал. А я Рома вообще не вижу, ты где есть-то? Я заплутал. Вот и дал-то, блин. Я не в ту сторону повернул. Сейчас я вас догоню. Мы под тут горочку сейчас быстренько. Ты там не свались. Колян там вон стоит, курит, смотри, с дверями, с открытыми. Вон Колян, я с твоим прицепом еду, видишь? Да, я... Все светится, все вообще ништяк. У Коляна тоже там все горит. А, вон да. Труповозка наша летит там с горы сейчас. Ты смотри, там сейчас чувак перевернется. Колян вон дверями машет. Смотри. Все, наверное. Колян, поехали. Полетели. Сейчас двери Коляну не оторви там. Колян с открытыми дверьми едет. Коляну жарко вспотел. Ух. А, у Гвени CDT. Ну, не мы делали данный мод, скажем так, поэтому это уже чисто так доработка. То есть... Ух ты, нифига тут навалили. А, кстати, раньше не было, по-моему, тут такого, да? Да. Что-то тут... Ох, Колян там идет с горы. Дрифте просто. Сейчас точно кувырнется вот это. Смотри, у него там этот в двери, видно, поддувает. Поддувает ветер, как он как на парусах идет. Смотри, что делает. Что-то я не могу ехать. Ё-моё. Что-то ты на первое что-то тырк-пырк. Ой, Пашка, сейчас я тебе догоню. Если ты меня догонишь, да. Не, я тоже чувствую. Надо, наверное, повышайку врубать. Ой, тут не повышайку. Да, повышайку. Чпок. Опа. Все, я пошел. Диф вырубил. Меня на повышайке он поехал. Я тоже на повышайке еще. У Ромы труп, наверное, тяжелый. Смотри, там нифига не идет. Машина. Коля, смотри, ветром подгоняет его. Да я тебе говорю, он как паруса там расщеперил, короче. Ага, как мы будем грузиться-то, парни? Я-то ладно, у меня стоит этот Спинтайрес Плюс. Я загружусь. А там возле гаража ничего из грузовиков нету? Ну и вы что, и хотите еще грузовиками тут грузиться, что ли, не пойму? Нет, а да как? Что-нибудь придумаем. Там вот этот козел стоит. Ну, так надо же чем-то грузиться. Бревно создадим, да и все. А, ну нам, в принципе, тогда надо одно. Одно бревно, и мы с одного бревна загрузимся. Все. Ну, труповозка мчится, парни. Ждем тут, стоим. Колян тут с дверями. Закрой сквозняк. Тепло не трать. Если
Гаум Кразу Урала вытянул. Вот что творит. В смысле вытянул? Он зацепил его лебёдка и тащит. Да ладно. Так, бортовые прицепы, ребята, ставим. Так, вот этот аддон снимаем. Second set, он дрова не возит. Хотя нет, в принципе, давайте что-нибудь, я соляру возьму, съезжу, например, да? Нам надо сколько? Сколько тут пилорам, так кто глядит? Какой, first set, да? Одна тут всего. First set, да, и триал вот они возят, как бы, а second не возит. Короче, нам надо сколько пилорам? Одна тут? Одна, да? Да, одна. Давайте тогда я поехал, заправлю прицеп, я тогда цепляю бортовой и возьму коляновский прицеп, поеду заправлю топливо сюда. Так, еще раз, я не понял. Короче, триал-сет не грузится, да? Нет, триал-сет грузится. У тебя на зеленом его нету. Сет. Есть, триал-сет у меня есть, вот он. Нет, триал грузится. Триал грузится. Не грузится second set, но и у тебя его нету. А, ну да, у меня нету. Так, чё, парни, вы подождите, давайте, я сгоняю за солярой. А борт грузится, прицеп? Да, прицеп бортовой грузится. И машину ж надо какую-то там, полено там найти где-то. И меня подождите маленечко. Чтоб писать-то, как бы, чтоб я не один ехал-то, а со всеми. Я сейчас вообще с тобой хочу поехать. А я тут за дом поехал. А я видел. Если я догоняю. Нифига ты там летишь-то, Паша. Чё-то как-то тут больно, он быстрый какой-то, да? Слушай, а мы тут проедем, тут пиндосы что-то навалено. Проедем. Камни какие-то. Слушай, а раньше тут можно было проехать, тут вообще не было этих пиндосов, по-моему. Были, они всегда тут были. Нет, там была дорога, по-моему. Вон, заправку-то я вижу, как до нее добраться. А, ну тут хорошо, что мы на УАЗиках. Ну тут по краешку можно пролезть, я так понимаю. Оп, все, я приехал на заправульку. $400 нам хватит, да? Все, я поехал уже обратно, Паша. Ты уже заправился, что ли? Да, я прицеп заправил. 400 литров. Спасибо. С собой взял. Я тоже сейчас пролезу. А там дорога же влево еще идет. Вправо. Ой, вправо, да. Теперь. Давай она я сейчас раз... я съеду в гараж, еще возьму ремонт. А, ремонт, наверное, у меня есть. И сколько у меня ремонта, интересно. Что-то я не вижу, сколько у меня ремонта. Съезжу, я тоже трупешник, наверное, возьму. Хоть 50 очков будет у меня. Заправлюсь только. Ну ты вылезать так же будешь, да, как вот сейчас заехали? Нет, я по дороге вот. По направо. Дороге туда направо, да? Там да. Веток много, там попухнешь, наверное, вылазить. Чего пролезем? Так, а вы куда вообще поедете, наверное, на это? Я сейчас вот гаражу обратно выезжаю. Ну вот, я за Коляном поехал сюда, но там, как бы, насколько я помню, там жесть дорога. Я вот проехал 5 метров и дальше не хочется. Другой все равно нет. Нет, почему? Я обычно вот гараж объезжал, как вниз ехать к речке. И здесь вот получается где вот подтопленная дорога. Вот тут обычно всегда ездил. Едь за мной. А, ну все. Колян да, знает. Едем тропу. За Коляном. Колян там двери-то закрыл или так и едет с открытыми? Я закрыл, чтоб не сдуло, наверное. Так. Так, трупешник я взял.
сколько он, 50 ремонта, и что-то, наверное, надо еще. 150 ремонта, еще вот так возьму. Нормально он тут ползет вообще. Так а что, помнишь, мы на этом, на синем-то катали, тоже вообще проходимость, в принципе, у них у всех одинаковая настройка идет. Настройка, вес, подвеска, то есть все там отличненько должно быть. Ой-ой-ой, меня что-то утащило тут. Зацепился за бордюрный камень. Диски чуть себе не погнул. Паша, ты где там? На дорогу еще там не вылез на эту? Нет, я вот только вылазил. Подожди меня, потому что я тоже тут только ползу еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо, наверное, понижайку вырубаться. Тут. Без дифа я тут, наверное, пролезу, не пролезу. Не, ну, веток пролезешь. Туда хватает веток, это точно. Я помню, на грузовой как-то я пёр там, тоже тяжко было вообще. Не, УАЗик, он маленький, ещё вёртки, я меж этих веток прям... Сквозанул, да? Ну, проскакивает нормально. А тут есть ещё один гараж? Нет. Нет. Два всего. Тащу я вам, парни, солярку. Бензу. Бензу сейчас вам притараканю. Все, Паш, ты выехал там, нет? Ну, да я фиг знает, я тут еду. Ну вот я дорогу вот нашел. Вот тебя вижу. А я тебя нет. Ты где уже? Я справа от тебя. А, вот ты. Все, понял. Я пролез. О, нифига я срезал так. Нормально, кстати. Так, я, наверное, перехожу на понижайку. Я в колее не полезу, нафиг надо. Да вот, я из нее только вылез. Кое-как. Ой-ой-ой, прям не могу никак. Ой-ой-ой, затащила меня. Засосала тебя трясина. Опасная трясина. Ой, я все в колее. Нет, все, вылез я. Ай-яй-яй-яй, Паша, я сейчас завалюсь. Нет, вроде не завалюсь. Сдается мне, я встрял. Паша, дерни меня. Давай. Все, давай, поехали. Давай. Поехали. Все, отцепляйся. Ой-ой-ой. Он как подводка ныряет. Что-то я как-то уже глубоко пошел. Ой-ой-ой. О, урон водой поймал. Да, веселая тут дорога. Не, ну на батонах что, иной раз прям в радость прокатиться тут. Не все на грузовиках-то, да? Ну да. Как бы на читерских грузовиках-то, да? Ой, извини. Он сам так мотанулся. Нормальные батоны, кстати, вообще в радость. Прям, ох, поднимает. Давай. Грибов можно пособирать пока. Едет вообще неплохо, прям нормально так. Всё, я грязюки ползет. Я на автомат перещелкнулся.
Это мы играем в этом, в аркаде, да? В симуляторе. В симуляторе? Вот. Я просто не помню, кто из них там кто. Вот тут же сейчас горушка будет сумасшедшая. Опы, сейчас не перевернуться, мне сейчас разгон. Ё-моё. Вот ты там прыгаешь. Надо аккуратнее. Ой, да слушай, как тут сломали дорогу-то? Кто-то тут под что-то подделали с картами-то, смотри. Тут раньше была такая прямая, этих камней почти не было. Как дашь, прям до самого конца летишь, как на самолете. Ну что там с дровами, парни? Кстати. Дрова лежат, ждут нас. Вон Колян уже грузится. О, я застрял! Давай, давай, батон. Непривычно. Нет, вот уже застрял. Дифтыркать этот постоянно, бляха, на понижайку переключаться. Вау, Колян, Колян! Колян, я. Колян, скорую помощь протаранил тут. Да скинь полено просто, скинь и загрузишься опять. Надо было тебе выехать, мы с одного полена все загрузились. А Колян, давай вперед. Эти я не достаю. Колян, скинем сейчас полено, я подъеду, загружусь с твоего полена и загрузимся полностью. Прямо встань параллельно со мной. Протяни вперед. И скинь полено. Скинь груз. Вот, стой, скидывай груз. И отдай мне полено. Передай мне его. Во. Все, я загрузился. Все. И также прицепом, Колян, подъезжай к этому полену. Также загрузишься с него. И вон, Рома, можешь ты тоже к этому полену подъехать. Колян тебе его отдаст. О, ребята, синхронизация света включается. Смотрите, фары загораются. Ближний свет. Тут полено, он коляновское, валяется. Кому надо, возьмите. Или загрузили вверх. Паша, скинь его и подъедь прицепом к своему же полену и загрузишь его. Заморочено. Скинь, загрузись батоном. Места и не хватает. Вот тут, сейчас я отъеду. И полено останется, и нормально будет. Вот сейчас загружайся, полено останется, и протяни прицеп там же. Так же встань и загрузи его тоже с этого полена. Вот, все. Так, что, куда прём? Я не знаю, кто из вас тут Сусанин. Колян застрял. Застрял? А, давай его съезжу. Так, отцепить прицеп. Давай я сейчас съезжу его, выдерну. Колян, сейчас я... Скорая помощь тебе мчится. Вау, Паша! Паша, я встал на дыбы. Что делать? Я зацеплюсь за пиндос. Нормально, нормально. Сейчас я за пиндос за какой-нибудь. У меня же этот... Подтяну сейчас. Так вот, ребята, синхронизация пошла работать. Смотрите, Рома весь в огнях. Рома тоже может свое полено скинуть и загрузиться с него.
опять на УАЗик и потом на прицеп этим же поленом. Сейчас, Колян, подожди, сейчас я подползу. Сейчас я понижайку. Да ешкин, матрешкин, на камень пузо писал. Спас называется, друга. Сейчас я тут как-нибудь. Опа, вот так. Сейчас, Колян, подожди. Я уже... Не-не-не, я тебя сейчас вперед вытащу лучше. Ага, вытащу. Мне бы самому выехать. О, все, выехал. Тебя подожди, я задом туда подкачусь и тебя вытащу сюда. Все, загрузились? Да-да, сейчас я Коляна выдерну. Я-да. Да, синхрон работает, все, вижу ваше освещение на всех машинах. О, Коляна, что ты отцепился? Я не вижу. Понял. Так, а мы если... Так, Паш, ты тоже с прицепом, да? Да. Так, Димон у нас получается бензином, то бишь у нас итого получается... Сколько? 12 очков мы на всех везем, да? Ну, у вас, если машина и прицеп, по 4 у вас получается. У меня 2... У меня 2 с собой. 14 очков всего везем. 4, сейчас мы эту пилораму порвем вообще. В треск. Сейчас я еще прицеп возьму. Бензу зацеплю еще. Колян, ты куда? Куда-то не туда. Парни-то поехали не туда. Как не туда? Я за Пашей поехал. Колян не туда куда-то поехал. Паш, ты чё? Чё, я не туда поехал? Ну да. Ладно, поехали тут. Вот дорога, чё в гараж идёт. Что мне нравится. Так чё рассасываемся? Поехали вчетвером-то все. Ну, кстати, да. Колян, ты куда? Так, разворачивается. Так, ну тогда поехали за Пашейся. Кто там главный, Сусанин? Паша. Сегодня я. Сегодня сейчас он нас заведет. Он любит таким трупом ездить. Так, синхронизация вообще обалденно, да? Все со света едут, как нормальный. Дальний можно включить, кстати. Кому плохо видно, чик. Угу. Я с дальнего вот слеплю всех. Колян что-то там буксует. Текс. Паш. Здесь веселая дорожка сейчас будет у нас. Так, это кто это? Рома едет. А, вон Паша едет, вижу. Светится весь. То есть все, мы все гаражи тут открыли, да? Да, тут всего 2. На котором появились и один открыли, да? И сейчас одна пилорама у нас получается. О-о. Да. Грязи. Колян застрял опять там походу, да? Давай попробую я до тебя там добраться. Колян сегодня не ищет легких путей.
О-о. О-о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 -
Спас Коляна. Сам геройский погиб. Ну, запас бревен есть еще. А у меня мое-то тут еще валяется в луже. Я загружусь, если что. А, да, точно. Да, меня только поднять надо. Колян, бери за, лев... за левый клык. О, все. Может, не отцепить прицеп, может быть, надо? Давай-ка прицеп отцеплю. Отцепить прицеп. Может, без прицепа ты... Оп-оп-оп-оп-оп, нормально. Стоп. Назад немножко меня потяни. О, все. Все отлично. Все 5 баллов. Так, теперь... Ага, на прицепе-то, блин, нету точки подтянуть. Это все. Ай-яй-яй. Не есть, да. Это надо недоработочка, надо сделать, будет. Да, прицеп-то твой, Колян, кстати. Прицеп-то твой. У тебя тоже, наверное, там на твоем-то нету, да? Никак не присоединить. Да. Вот тут косипур небольшой. Сейчас я пока заберу полено. Полено я забрал. Теперь надо мне, блин, прицеп как-то на колеса вернуть. Точка высоко. Да ё-моё. Что за... Блин, Клинтон. Во-во-во-во-во, давай, вставай, бляха-муха. Да дышло вверх, жопа вниз у него, у прицепа. Попробуй, конечно, к нему подъехать, подпихнуть его. Мордой. Пихнет он опустит, интересно, его или нет. Ага, хрена с два называется. Нет, Колян, я прицеп не бросаю. Помнишь, мы на Камзах ездили? Я с прицепом приехал. Я долго его мучил. О, я нашел на жопе на нем точку прицепа. Сейчас я его вытащу оттуда, с этой грязи. Вы там перевернулись? Не-не-не, ну, Колян меня жопе поднял уже. Колян меня поднялся. О, все, нормально, я его опустил, дышло у него. У него на прицепе, короче, есть точка сзади, точка зацепа. Сейчас я его прицеплю и поеду нормально. Все, мы поползли дальше тогда потихоньку. Давайте потихоньку ползите, сейчас я прицеплю и подъеду. Все, парни, я с соляркой. Бенза у нас. Мы ее вернули кое-как. Все, сейчас я вас буду догонять. Так, вот я чьи-то фонари вижу, кто-то там едет. Колян, наверное. Включай-ка я понижайку, пойду я на полном дифференциалом. Ох, тут дорога-то веселая пошла. Да? Вообще тут грязище. Я по прямой по луже попер. Ну вы по дороге, тут дорога, вот которая прямо идет, да? Так и. Да. Кстати, гаражу жесткий будет. Ой, она по ушаке вообще шкварю.
Колян там как подводная лодка, только фонари из лужи торчат. Это я. А, это ты, а не Колян? Да, да. Уже впереди. Колян, вот он, да, впереди, впереди меня. Колян, профессионал, сразу видно. Всех обогнал. Ух, тут в натуре лужа-то вообще не проехать, не пройти. Ну вот я еле-еле шкрябаю по ней. Вон там фары. А ты с дифом? Так понижай. На понижайке. Ну, понижайка с дифом должна быть у тебя. Ё, а чё я не еду-то? Давай я тебя возьму на троса. Поддерну слегонцушки. Спрячься. О, сразу сдвинулась. Ну все. Вылезом, нет? Ну, да-да-да, все, я цепляюсь. Давай. Спасибо. Все, я на повышайке. Догоняю всех. Коляна обгоняю. Пойду справа тут. На повышайке, смотри. Диф рубил. Пашку он догоняю. Ух. Ух, поберегись, скоро я на помощь. Всех обогнал. Вон, Коля там сзади уже что-то начинает шкварить. Тоже на повышайке, наверное, пилит. Все, Рома потерялся. Рома, ты куда там? Я хочу скощунить. Тут сбоку тут грязи вроде поменьше. Я чувствую, сейчас там скачунешь, придется за тобой ехать опять. Ты, наверное, уже там сидишь, что-то фонари, я вижу, твои не двигаются. Да? Да, я еду обратно. Вот ты, блин, даёшь. Ну ты, блин, даёшь. Ну вы, блин, даёте. О, выехал. Нифига там, то издалека ты такой... Не-не-не, не возвращайся, я еду. Люстра такая у тебя сейчас там. Ползёт. Синхрон вообще на нем смотрится обалденно, да? Далеко так, смотри, Рома там едет как лампа. А я тоже, кстати, камеру подальше отодвинул, вообще прям вот эти красные огоньки, хоть и очень далеко, все равно все видно хорошо. Вон в горку парни поднимаются, смотри там. Все просто светится. Ай, Колян, тут главное не остановиться. Ага. Тут-то было. Что-то Рома опять потерялся. Рома. Так, я вот застрял. О. Опять. Что не-не-не, вот все. Я лебедочкой себе сам. Вылез? Ага. Вижу, он фонари твои там, да, вдалеке. Через лес пробивается, через кусты, через елки, палки. Кто-нибудь знает вообще дорогу-то, мы едем тут? Да, я знаю. Я-то вообще не смотрю карту, как бы. Чтоб не этот. Да тут по прямой едь, не ошибешься. Ну, все, Рома едет. Все, тут а я включаю понижайку. Сразу, чтоб на дифе тут залезть. Рома, включайся на понижайку. Поползли в гору. Рома, ой, что-то... гараж. Какой гараж? Вы же говорили, тут два гаража. Ну вот, это... Второй как... Он закрытый, получается? Открытый. Не-не, вот сейчас последний раз цеплялись. А, так это мы к нему, что ли, уползаем? Да-да-да. Ну, так а чё мы не поехали сразу, как бы, как и приехали к нему в горку, в ту, куда вот Колян поехал, как бы, нормально. Ну, здесь-то интереснее. Ну, по сути, то да. То есть вы не ищете легких путей, я так понял? Вообще ни разу. Я так и понял уже теперь.
Рома, камни тут слева, объезжай. Угу, я вижу. А где-то мне здесь надо паркан. Я чувствую, сейчас полетите тут. Космическими скоростями. Тут куда потом ехать-то? Направо, да, я понял, да? Налево, направо. Да, да, да. Направо. Направо, да. Че там, Рома, ты где? Ползу, ползу потихоньку. Че-то я тебя не вижу там вообще никак. Отстаешь? Вот, вот я уже должен выглянуть из-за горочки. Из-за леса, из-за гор показал мужик топор, да? И не просто показал, его к Роме привязал. А, вон, вижу твой фонари, точно, выезжаешь, точно, точно. Ну все, ты меня видишь тоже, я вон поехал направо. Сейчас гляну, сейчас. Давайте я вот... Не, не вижу. Ну сейчас догоню я, да. Ну я тебя вижу, вот. Ты вообще где-то через лес какой-то чешешь там? Камни объезжаю. Ничего себе ты объезжаешь, я там по краешку прошел. Че там, видишь меня уже? Да, 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 вижу, вижу. Уже теперь. О, расцвет уже. Ну, сейчас фары у нас будут тухнуть. Останутся только габариты. Так, Пашка стоит. А Колян где? Колян полетел уже. Колян в гору, что ли, пошел? А, то есть мы по этому серпантину сейчас вверх поднимаемся, да? Да. Ага. Понято. Все, я на автомат. Ой-ой-ой, я на автомат. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, как тут аккуратненько. Да, вошел в тебя. Аккуратненько тут вообще эти камни, вот, вот не было же их тут раньше. Кто навалял-то? Хочу подумать слегонца. Так, все. Ну и все, поперли в гору, да? Угу. Вау. Мотыляет. Кстати, бензу наполовину я бака сжег, парни. У меня 35 литров осталось из 80. У меня 42. У меня 44. Колян 24, нифига. Осталось или сжег? Да по сути осталось на асфальте 44. Должно хватить нам доехать. Там же сейчас до самой пилорамы асфальт будет. Давайте я вас заправлю. Че, я зря с бензой, что ли, еду? Давайте, короче, соревнования. Кто без, за... без заправки доедет? Мне по-любому хватит вообще. Прям 100%. Ой, ты я отремонтировал или заправил? Я не понял. Отремонтировал. Спасибо. Вот, заправил. Все. Сам себя не заправил, всех заправил, себя не заправил, Коляна не заправил, еще точно. Давайте где-нибудь местечко найдем, да щелкнемся пока сразу. За ну, там на все, пилораме. Все с дровами. Вот тут на серпантине надо было, прикольно было. Колян, видишь, улетел же уже. Ой-ой-ой! Ты че? Че-то как-то... Как-то не... Тросик? Как-то да, я могу упасть, наверное, чувствую. Не-не-не, тебе нельзя падать, ты че? А не-не, вылезу, наверное, вылезу. Вылез. Не, нормальные батончики, да? Да, да, так вообще вот. Как бы если... Разнообразие само то. Четверока тут прокатиться, в принципе, я думаю, да, нормально так. В принципе, они возят, грузят, заправляют, ремонтируют гаражи, там все это, как бы, все в адеквате. Не коряво, авторы молодцы, сделали хорошо моды. Не то, что иной раз конвертишь, то кузов боком, то фары не на том месте, с мостами и кабинами.
Что-то Паша потерялся. Ну тут по асфальту сейчас ништяк лететь. Главное, чтоб не перевернуться, да? Лететь тогда ништяк. Лететь, да, ништяк. Грибов сколько, блин. Остановиться. Да, да. Это после осени, знаешь, после отпуска. Это так за грибами-то и тянет. Короче, давайте все уже встречаемся на пилораме и там фоткаемся. Ну да, так и будет. Ой-ой-ой, что-то я пошел в разнос. Колян вон на рыбалку пошел. Так, где пилорама-то? Куда? Едем дальше? Прямо, все время. Ой, ёлки. Вадим. Вау! 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 На вернюке пошел! Все, трындец! Все, готов! Опять ДТП, парни! О, вообще жесть! Ой. Принимай! Все, подожди. Давай, тащи. Оп, стоп. Все отличненько просто. Спасибо. Вот так, это, блин. Бревну подъедешь, да? Да, я сейчас его и загружусь опять. Ну я, кстати, тоже ни разу не перевернулся. Уметь надо. У меня тоже, кстати, намеков не было. Я два раза. Жестко причем. И опять пошел. Ух, прицеп у меня вообще. О-о-о. Дрифтит вообще. Не, ну его раскочегариваешь, он начинает сразу плывет. О! Я занял позицию. Ну, давайте я тогда сейчас вот сюда. Так, а мне куда? Ой. Ох, вы с Коляном встретились. Коляна, да, маленькая тут шевельнул до слегонца. Опс. Гаишников хочет Колян. Я тебе как раз вот местечко оставил. Ты мне стойку снес. Ничего не знаю, я скорая помощь. Скорый на помощь. Так. Блин, вообще никак не могу камеру поймать. Ну, Азики, конечно, класс вообще. Нормально, нормально. Он, я говорю, еще если добавить сюда головастиков, как бы еще будет доработка, наверное. Будет вообще просто супер-пупер. Пак. В принципе, он и часто так уже неплохой. Все, мигалки-то нет, и все хрена вмажешься. Ну да. Мигалку, да, наверное, сюда все-таки надо, мне кажется, стоит приделать. Мигалку, да, надо будет. Надо будет. Ты сейчас меня уже заедешь. А ты все? Или что? Я щелкнул, да? Вам надо? Нет, я все уже. Я тоже. Наскринил. Мигалки нынче дорогие, Колян все нас на мигалку мутит. Уже бы целый прицеп бы этих мигалок насобирал-то. Все, понеслась разгрузка, парни. Вот так вот, ребята, 48 минут на батонах, два жестких перевертыша было, батоны вообще отличненько все, синхронизация света, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наши группы, в наши каналы, всем удачки и пока!
качайте. Пока. Мод будет выложен на STMods, так что качайте, советую. Машинка хорошая. Кто там еще бодается? Колян? Колян стойку выправляет, что ли? Все, ребята, видос выключаю. Все, всем удачки. Еще раз.